спасибо, да, но не всегда получается не тратить Лобух. Время, позиции сложные. И хочется постоянно подумать. С Гельманом еще могу сыграть. Да, с Гельманом играю. Как тут против него играть-то? Евгений Ты Шувалов. Что? Давайте какой-нибудь Гринфильд попробую. А, нет. Ладно. Не хочет Гринфильд, да? Давайте какую-нибудь классику. Напал сразу. Окей, окей, окей. Что ж меня так атакует с первых ходов? Я ничего такого плохого не сделал. Давайте Т6 сыграю. И верну просто коня обратно. Я ничего плохого не сделал. Ну, Александр, ну зачем? Зачем так меня атаковать? Иду сюда. Плывет и плывет на меня. Если c5, то обратно конь b5 что ли сыграет? Ну, давайте h6 потом c5, ладно. Боюсь я этих атак. H5 что ли сыграет? Может сыграть, кстати. Такой сразу на меня набрасывает фигурами, пешками. Сейчас говорит что-нибудь типа попёр, да, вот так вот он комментирует. Да по-любому он так сыграет. Не буду обращать внимания просто. Развиваю пока свои фигурки к центру. Пока вроде рокировку не сделал, но здесь не так плохо все. Давайте b5, где-то b4, где-то слон b7, чтобы было. Есть ли смысл тратить время на шахматы, спрашивает Александр. Отвечу вам честно и без приукрас. Абсолютно никакого смысла. Конями скакал. Так что не тратьте. Давайте бьем на d4 тогда. Бьем здесь темпом. А пешка g7 там будет висеть, да? e5 что ли будет? e5 там сыграть. Пешка g7 же подвисает. Что же я так сыграл там? На g5 может побить? Будет e5 или нет? g5. Рокировку он тогда сразу в атаку. Не знаю, слон e5, любимая. Ферзь d5, у него вся ладья висит. Да давай, ладно, рокировку, ничего не... Все боятся-то. На g5 тоже висит. На g6, может быть, так побью, и будет слон висеть. Все-таки пойду h6. h6 на мат хочет. Тогда не знаю, если ход e5. Вот это серьезная угроза, конечно. Тут ничего не скажешь. Мат в один ход это всегда страх. Поменяться, что ли? Ну, давайте побьем. Безумный абсолютно ход. Ну я взял, не хочу терпеть пешку на этом поле. Сюда. Если побьет пешкой, то слон f6. Если побьет ладьей, то что, то не знаю что. Вули как очень рискованно. На g5, наверное, съем. А что у нас? Верю в твою позицию, верю до конца. Надо, как-то он держится. По бровке, да, пошел? Ага, по бровке. Ладно, напал. Раз он по бровке, то я напал. Он, конечно, сыграет вперед. Ну давай аккуратно. Ну у нас пом явно лучше. На поле. 3-0. Отступим сюда. Ладью на g8. Сюда. Бью. Да что ты творишь? Господи, Александр, перестань. Напал на ферзя. А он сюда. Постоянно какая-то тактика, блин. Ты... Хватит это терпеть. Не ожидал. Там скрытый шаг у меня увидел. Я смотрите, ожидал. Увидел этот скрытый шаг. И сразу же просто инстинкты сработали. Слон d5 наносится за секунду. Давай съем. Так. Время. Фигуру я пожертвовал. Может развиваться или это опасно? Это так и есть. Что же мне тут играть там? Долго опять ковыряюсь. На g5 хочется поставить. Ладья g8 что ли? Долго опять ковыряюсь. Е8 тоже такой ход.
Ладно, давай кладя животель. Покрепче. Сюда. На G6 где-то поставлю. Да, вот так на G6 теперь, а? Здесь по где-то пешка. Вперед. 5 прорыва. На пролом. Что ты творишь? Шах, отсюда, да? Там, блин. На F6 отойти, это страшно. Шах. Наверное, мат уже будет. Или я конем закроюсь. Конем, блин, не получается. Да, блин, Александр, ну зачем так со мной играть? Ладно, такой ход сделал. Сюда! Время подвисает у обоих. Зачем? Ладно, сблокирую. Сюда. Здесь бью. Бью. Подвязал. Здесь бью. Прыгнул. Так, опять, блин, мат игротит. Защищаюсь. Ай, мат деваю, да? Черт возьми, а? Все-таки заатаковал меня, Александр. Не удалось мне защититься. А что в конце на Е7 не побил на Е7? Что-то я не понял. На секундах смог прорвать оборону и доставить мат. Ну, красиво, красиво атака. Он же мог побить на Е7. Победа! А я опять откатываюсь на 8-е место.